Май 1942 года. Остатки Крымского фронта под натиском немецкой армии, неся огромные потери, отступают к Керченскому проливу. Хозяин одного из домов села Баксын и Неглазовка, северо-восточнее Керчи, Мефодий Ярославский, заметил во дворе раненого советского солдата. Вместе с женой они занесли его в спальню, но спасти бойца не удалось. Через полчаса он умер у них на руках от тяжелых ран. Тело красноармейца Мефодий и Анна похоронили в своем огороде. Анна достала тетрадь и записала все, что было известно о погибшем солдате, чтобы потом родные смогли его отыскать и прийти на могилу. Где-то под Полтавой точно так же пропал их собственный старший сын. Похоронил ли его кто-нибудь? Или он так и лежит, присыпанный землей после ожесточенного сражения? Глядя на фотографию любимой женщины, которую погибший боец до последнего вздоха не выпускал из рук, Мефодий решил, что отныне будет хоронить всех наших павших бойцов, оставшихся в полях после того, как умолкнут пушечные залпы и разрывы снарядов. Мефодию спустя годы после войны приезжали родственники тех, кого он похоронил на своем участке. Семья Ярославских встречала их с широкой душой, накрывала стол, фронтовыми стаграммами поминали ушедших героев, а вот о своем сыне Ярославский так весточки и не получил. Старший сын Василий, призвали его на войну, и он погиб буквально в первых дней войны под Полтавой, так числится без вести. Наши поиски безрезультатны, мы не можем его найти. И поэтому он на основании этого
сказал, буду хоронить всех, потому что моего сына тоже нет. Кто-то, может быть, его вот так вот где-то похоронил. Внучка Мефодия Ольга Мелехина живет рядом с садом памяти, на том же участке, где когда-то стоял дом ее предков. Она по крупицам собирала информацию о своем деде, который стал настоящим героем не только для своего села, но и для всей страны. Бабушка занималась хозяйством в основном. Работала на поле, подрабатывала. В тот период это был тяжелый. А дедушка работал на нефтебуровой скважине на Борзовке, неподалеку от села Глазовка. Шестеро детей у них родилось. Все дети очень были дружны, помогали по хозяйству. И потом, когда началась война, здесь шли ожесточенные бои в районе переправы на Хруниной горе. Полегло очень много наших солдат. И дедушка однажды слышит в дом стук. Он открывает, стоит раненый солдат. Они его с бабушкой затащили в дом, и он где-то через полчаса умер. Паренек, который умер прямо на руках у Мефодии от ранений, был примерно одного возраста с его старшим сыном Василием. В этот самый момент сотни таких 20-летних парней гибли за родную землю в бою против нацистских оккупантов. Для Керчи это был переломный момент. Уже освобожденный 30 декабря 1941 года город вот-вот мог снова оказаться в лапах врага. Оккупация относительно недолго была, как, в принципе, весь Керченский полуостров. Да, когда немцы в ноябре 1941 года, 11-я армия фельдмаршала Манштейна, вошла в Крым, да, кроме Севастополя, пали все города уже фактически к середине ноября 1941 года. Начался первый период оккупации Керчь. Вот первая оккупация города Керчи длилась, там, по официальным данным, 41 день. Ну, кстати, если мы, например, берем относительно того вот, когда больше зверств происходило в первую, нацистских, да, зверств, в первую оккупацию, там, или во вторую, более длительную, то, конечно же, больше в первую. Потому что именно вот в первую оккупацию было уничтожено практически все еврейское население города Керчь. Мефодий уже знал не понаслышке об оккупационном режиме гитлеровской Германии, которая с ноября 1941 года, вытеснив Красную армию с Керченского полуострова, жестоко расправлялась не только с прятавшимися по домам ранеными красноармейцами, но и с мирным населением. Только в печально известном Багеровском рву немцы зимой 41-го зверски расстреляли 7 тысяч мирных жителей, стариков, женщин и детей. Когда Красная армия выбила гитлеровцев из города, 30 декабря советские бойцы обнаружили недалеко от Керчи кровавый ров, наполненный трупами. Багеровский ров фактически был сразу раскопан, да, эти трупы эксгумированы. И это было как бы последствием этого, даже была первая фактически нота Народного комиссара иностранных дел Молотова о том, да, вот, что Германия творит террор на захваченных советских территориях с фотографиями, там и дети, и старики, и женщины, и как бы там в основном как бы мужчин такого призывного возраста там мало. И вот на фотографиях вот этих, да, вот там и дети видно, и даже инвалиды какие-то, то есть такое вот типичное, да, вот зверство нацистов.
Возле рва, который тянулся в длину на целый километр, валялись детские шапочки, галоши, игрушки и бутылочки с сосками. Фашисты не жалели ни подростков, ни даже грудных малышей. Одним из практически первых шагов немецкой оккупационной администрации на любой оккупированной советской территории, да, была ликвидация, как это называли, расово неполноценных элементов и политически неблагонадежных. Политически неблагонадежных — это просто, да, это там коммунисты, комиссары, там, члены их семей, допустим. А расово неполноценные, в данном случае в Крыму, это евреи, крымчаки и цыгане. Ну, если мы говорим в целом, да, вот о жертвах, понесенных кирчанами, да, в годы Великой Отечественной войны, то по данным чрезвычайной комиссии, которая расследовала потом злодеяния фашистских оккупантов и их пособников, было убито порядка там, 15 тысяч, ну, около того, там, гражданского населения. Окрестности города Керчь. Раскопки этого противотанкового рва засняты оператором Ишурковым 31 декабря 1941 года, на следующий день после освобождения города. Здесь немцы совершали планомерное массовое истребление советских людей. Граждан города обманом вызывали сюда, выстраивали на краю рва и расстреливали из пулеметов и автоматов. Здесь найдены трупы 245 детей. Они были затребованы немецкой комендатурой, якобы для определения в школу, привезены сюда и расстреляны. Этот человек нашел во рву дочь, жену и сына. На этом пустыре, отдаленном от города, было истреблено 7 тысяч граждан Керчи. Начавшаяся в ночь там, 7 на 8 мая 1942 года эта операция немецкая привела уже через примерно неделю к разгрому всего Крымского фронта. К 15-16 мая пала Керчь опять. Какие-то там очаги спорадически еще сопротивления сохранялись какое-то время. Ну и после того, как советские войска переправились окончательно, кто успел, на Тамань, потому что, например, в плен тоже очень много людей попало. Там Манштейн заявил, да, 170 тысяч человек пленных. Вот именно где-то примерно с 16 мая, когда пала Керчь, начинается второй период оккупации города, который длился на этот раз намного дольше, до 11 апреля 1944 года. Был опять установлен жесткий оккупационный режим, когда продолжился террор, там, отправка населения на принудительные работы в Германию, регламентация жизни, да, кирчан. Находить тела погибших бойцов, перетаскивать домой и хоронить было крайне опасно в условиях немецкой оккупации. Как только гитлеровцы взяли под контроль населенные пункты Керченского полуострова, моментально были сформированы военные и полицейские администрации. Комендантский час был введен немцами. И в этот ночью они на бричке или же на шинелях тащили и хоронили вот здесь, вот в своем огороде, всех погибших. У кого были какие-то документы, бабушка все это собирала, прятала тщательно. И потом уже впоследствии передавалась в военкомат, и на основании этого были организованы могилы для этих погибших солдат. Немцы заставляли местных жителей, наших бойцов, просто закапывать в воронках, в окопах, присыпали землей, просто хаотично, не захоранивая их, как положено по христианскому, так сказать, обычаю.
А вот Ярославский, он рыл могилы у себя в огороде, у себя во дворе, и тайно ночью перетаскивал туда трупы и просто их хоронил здесь, в тайне, так сказать, от немцев. Я думаю, что если бы немцы узнали об этом, то последствия были бы трагические, потому что немцы не церемонились, а, естественно, просто бы расстреляли его. Они сделали очень тогда большой прорыв и большой подвиг, свой гражданский подвиг они совершили. Они, несмотря на опасность, которой они подвергались, находясь в оккупации, принося трупы советских солдат к себе на территорию, на свой участок, да и просто, ну, никто бы, я вам гарантирую, не понял бы из фашистов брожение по степи, перетягивание с места на место трупов, никто бы не разбирался, хоронит он или собирает оружие для каких-то действий. Поэтому он очень рисковал, каждый раз идя за очередным солдатом, он рисковал своей жизнью прежде всего. А во-вторых, он рисковал жизнью своей семьи, за которую бы тоже пришли после этого. Так началась история воинского кладбища в селе Глазовка Ленинского района Крыма. Вплоть до освобождения Керчи в апреле 1944 года семья Ярославских хоронила на своем участке погибших советских солдат. Между могилами он высадил деревья. Это были в основном вишни. О вишневом саде Ярославских стали говорить по всей стране, а многие называли его «сад памяти». И родственники погибших во время боев за оборону и освобождение Керчи уже знали, к кому обращаться и где покоиться с миром тела ушедших героев. Сейчас здесь выбиты имена около 5000 защитников крымской земли, которые сражались с гитлеровцами на протяжении почти всей Великой Отечественной войны. Этот вот мемориал стал местом, скажем, где восстанавливается историческая справедливость, да? Пусть не все они там похоронены, но они там увековечены. И поэтому, находя останки бойцов, устанавливая, что они принадлежат тому или иному там, бойцу и командиру, и он числится похороненным на Глазовке, он в итоге все-таки возвращается на это Глазовское кладбище и предается земле именно там, где он как бы увековечен. На кладбище Ярославских похоронены 7 героев Советского Союза. Среди них Павел Марунченко. В составе десанта 56-й армии он высадился на Керченской земле, оккупированной немцами, в ночь на 3 ноября 1943 года. Обходишь слева, понял? Да точно. В атаку! Вперед! Повел свой отряд в атаку на стратегическую высоту 175, северо-восточнее села Маяк, и лично уничтожил 20 нацистов. Красноармейцам удалось занять рубеж, но сам Павел погиб в бою. Керченско-Эльтигенская десантная операция была попытка высадить с кубанского вот этого плацдарма два десанта, там северо-восточнее Керчи и вот поселок Эльтиген, да, это современное Героевское, по-моему, оно уже в городской черте города, тогда это еще отдельный поселок был, и вот там, да, высадить и как бы с двух сторон освободить Керчь и по возможности освободить Керченский полуостров. Да, эта операция довольно долго длилась, она считается именно вот годы Великой Отечественной войны одной из самых больших десантных операций, потому что советскими войсками было задействовано там порядка 150 тысяч человек. Основной десант 56-й армии должен был высадиться северо-восточнее Керчи, в районе Маяк, Жуковка, Опасная. Десанту 18-й армии отводилась вспомогательная роль. Он должен был захватить плацдарм в районе рыбацкого поселка Эльтиген. Общее руководство операцией осуществляли командующий Северокавказским фронтом генерал Петров и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Владимирский.
1 ноября холодной штормовой ночью под прикрытием береговой артиллерии около 3000 десантников, которыми командовал полковник Гладков, высадились в районе Эльтигена. И, несмотря на яростное сопротивление фашистов, захватили плацдарм. Шесть дней и ночей, зацепившись за узкую береговую полосу, мужественно сражались с врагом бойцы огненного плацдарма, отражая до 20 контратак в день. Третьего ноября в пролив вышли десантные отряды 56-й армии. Апреля в бой вступила отдельная приморская армия. Последовал новый ошеломляющий удар. От советского информбюро. Войска отдельной приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и 11 апреля овладели городом и крепостью Керчь. Важным опорным пунктом обороны немцев на восточном побережье Крыма. Еще один герой, имя которого увековечено на мемориале Глазовского кладбища, Федор Серебряков, который также был в составе Эльтигенского десанта. Его 55-я гвардейская стрелковая дивизия вела бои за освобождение Керчи в течение нескольких месяцев. 21 января 1944 года в бою у Глазовки после взрыва снаряда Серебрякову оторвало правую руку и тяжело ранило в ногу. Несмотря на это, он продолжал командовать боем, малыми силами удержал занимаемый рубеж, но на следующий день умер от ран. Стреляй! Стреляй! Каждый из этих людей, кто участвовал здесь в боевых действиях, это герой. Глядя на то количество боеприпасов, которое было выпущено с немецкой стороны в сторону наших окопов, это, ну скажем так, не герои здесь бы не продержались с ноября и по апрель 1944 года. Захоронения на Глазовском кладбище продолжаются и по сей день, почти через 80 лет после окончания войны. Например, буквально в 2017 году на берегу Керченского пролива были найдены останки солдата, погибшего в мае 1942 года, которого тогда просто не нашли. Иван Иванов, так звали бойца, был уроженцем Донбасса, призывался в Луганской области, а в мае 1942 года оказался в Керчи и прикрывал отступающих. Оборонял последние участки крымской земли, давая возможность переправляться раненым на шинах и плотах через Керченский пролив.
От взрыва одного из немецких снарядов Ивана засыпало песком. Так он и пролежал на берегу до 2017 года. Больше 80 лет он, 80 лет он пролежал на берегу. Там, где загорают люди, на пляже, просто на глубине 10 сантиметров. Мы их обнаружили. Случайно обнаружили, потому что торчала косточка. Вот случайно. Причем косточка вторая торчала раньше, это была рука. Ее кто-то вытащил, подумал, что просто косточку выбросили. Потом нашли косточку человеческую, начали осматривать берег, обнаружили останки. Нашли бойцов, только у одного был медальон. В 2021 году Иванова похоронили на Глазовском кладбище, где как раз в мае 42-го Мефодий начал предавать земле его павших товарищей. Это ухоженное мемориальное кладбище. Это плиты, на которых нанесены имена тех погибших и тех поисковики, которых нашли имена. Они здесь покоятся, на этих гранитных плитах. Это говорит о том, что мы сохраняем ту память, которую нам несет время. И я считаю, что семья Ярославских, Мефодия и Анны, совершали тот народный подвиг, который должны были отдавать с честью нашим красноармейцам в тот период. Сразу же после освобождения Крыма люди стали искать своих родных и близких. Старались приехать на места боев и попытаться выяснить их судьбу. И многие находили их могилы в саду памяти Ярославских. Ольга Мелехина не просто хранит память о подвиге своего деда. Она передает эту историю потомкам. Портрет Ярославского и ее уже взрослые дети и подрастающие внуки несут в рядах бессмертного полка. Внук, он 7 лет ему, так он вообще, он настолько патриотичен. Все, дедушка там все это расспрашивает уже. Поколение мы воспитываем в духе того, чтобы помнили и чтили, потому что такой подвиг – это гордость для всей семьи. Внучки тоже уже взрослые, выпускницы. Тоже они в школе постоянно вот эти вот портреты, когда носят, это бессмертный полк, да? Вот это тоже постоянно. Я им помогала рефераты писать. Они побеждали такие в конкурсах. Шефство над мемориалом взяла Глазовская школа. Ее воспитанники не только знают историю семьи Ярославских и подвиги героев, захороненных на кладбище, но и помогают ухаживать за могилами и территорией мемориала. Сын пропал, они переживали. Думали, наверное, то, что родные других тоже будут переживать, если они просто будут лежать. А так их похоронили, и уже чуть спокойнее. Родные знают, где похоронены их дети. Наверное, он хотел сделать, чтобы они не просто лежали в земле, а были где-то в одном месте, все рядом друг с другом. Они в разных местах. И чтобы родственники могли увидеть, что именно здесь нашли свое последнее пристанище их родственники. Это важно помнить из-за того, чтобы это не происходило в настоящем, в будущем, чтобы это осталось в нашей памяти на века, чтобы ошибки прошлого не повторялись в настоящем. Thank you.
история не знала еще в мире такого уникальной победы. И вот пытаются западные историки в какой-то степени уменьшить, сгладить подвиг нашей Красной Армии и советских воинов. И с этой целью, с каждым годом нам, мне кажется, и об этом говорят руководство и наш президент, что мы должны историю нашу сохранить для молодежи. Зная подвиги тех красноармейцев, которые совершались, учиться на их подвигах. Безусловно, это важно и для молодого поколения, потому что народ должен помнить прежде всего свою историю, помнить героев, помнить тех людей, благодаря которым, благодаря подвигу которых мы сейчас живем, в своей стране, имеем независимость. Мы можем говорить на своем языке, это наша страна. Если бы мы проиграли ту войну, все было бы иначе. И, наверное, ни меня, ни вас, никого бы сейчас уже не было. Ни сейчас нас бы не было вообще. Люди погибли, борясь с фашизмом, поэтому память их священна, и все должны помнить, из поколения в поколение это передавать. Напротив дома Ярославских поле, на котором сейчас выращивают пшеницу. А во время боев 1942-44 годов оно было усеяно телами советских воинов, погибших за родину. Сколько из них похоронили Мефодий и Анна в своем огороде, доподлинно неизвестно, но это и не важно. Ведь их дело продолжило жить, и всех погибших, чьи имена выбиты на плитах и мемориальной доске, перезахоранивают здесь, на Глазовском кладбище. Удивительно, но за то, чтобы воинское захоронение официально закрепилось за этим местом, Мефодию пришлось побороться. После войны он ездил в Москву и там отстаивал право перезахоранивать на своем участке боевых товарищей, тех, кто уже покоился в его вишневом саду. Это кладбище хотели организовать вот в районе Хрониной горы, но он не дал этого сделать, сказал: это мой огород, и это мои дети, и будут они здесь рядом со мной. Себя в бою не пожалел, а родину сберег.